Анонс и точная дата выхода 84-й серии турецкого сериала «Однажды в Чекурово». 84-я серия сериала выйдет в эфир 18 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Демир терзается в сомнениях, поскольку не может разгадать, кто в компании принес загадочное письмо. Кроме прочего, оно написано почерком отца, что вызывает недоумение и удивление по поводу прочитанного. Мужчина полагает, что кто-то пытается оклеветать его. Ранее, по предупреждению Фикрет, Юмит берет под собственный контроль дела мужчины и создает влияние. В дальнейшем также происходит напряжение. Зулейха пребывает в недоумении по поводу письма. Она не забыла проинформировать главного героя о сложившейся ситуации. Вероятно, здесь замешаны люди, желающие завладеть деньгами. Повсюду расставляются многочисленные ловушки, и центральные персонажи в них попадают с завидным постоянством. Но смогут ли они оттуда выбраться без вреда для себя и окружающих людей? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, 84-я серия сериала выйдет в эфир 18 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.